Ребят, всем привет! Вы, как всегда, на канале Лекаш ТВ. По просьбам, так сказать, подписчиков решили запилить видос на пляже Евпатории. Будет несколько частей. Сейчас мы покажем пляжи, расскажем об их ценах, расскажем, какой сервис вы можете получить на этих пляжах, да, какие зоны отдыха, какие кафе. Поехали! Пляж, ребят, общего пользования, естественно, душики, туалеты, переодевалки, все бесплатно, все цивильно. Для детей вот такие рыбацкие всякие развлечения. А нет, туалет 25 рублей, да, у вас? Туалет 25 рублей. Есть вот такие зоны под крышей. 150 рублей лежак. Осмотр позвоночника, массажи. Тоже за дополнительную плату. Да, да. Да? Так сказать, бесплатный пляж, но с платными услугами. Привет. Вот, ребят, вторая версия пляжа Горький. Ближе к нашим улицам, где мы постоянно отдыхаем. Зона лежаков. Детская горочка вот эта. Они ее постоянно меняют. Ну, по-разному переставляют ее. Обязательно душик. Спасательная вышка. Качели для детей. И вот там вот самый вкусный шашлык. И вечером трансляция фильмов. Вот на этом экране. Вот, ребят, кафе, в котором мы постоянно кушаем, обедаем, завтракаем, ужинаем. Повторюсь, не раз, очень вкусный шашлык. Вот, ребят, пляжи, на которых мы зависаем вечером, проходят фильмы, комедии, боевики всякие разные. В 9 часов начала фильмы абсолютно бесплатные. Ты занимаешь вот такие места, можешь сесть куда-то в кафе. Сеанс кино абсолютно бесплатно, вижу, ты что-то заказывал. Есть вкусный и офигительный кальян. По ценам. Бокал пива разливное Крым 100 рублей. Шашлык. Шашлык в среднем где-то 160 рублей 100 грамм. То есть я, допустим, на себя беру 200 рублей, ой, нет, 200 грамм. 320 рублей шашлык хватает вот так. Салаты, овощи, гриль, много всякой вкуснятины. Радует то, что у крымчан все свое, все местного производства. То есть у них местная минералка Крым, у них местное пиво Крым, у них местный творог, местная сметана.
все местное, и причем оно очень достойное, очень вкусное и не за очень большие деньги. Ты что, ровер у тебя? Давай, закрывайся. Ничего себе. Вот это ровер. Ну, Лиза, ты хоть кто? Что, ломаешься? Все, погнали? Ух ты! Что, поехали? Маши ручкой! Ноги тут ходи! Марюш, поехали! Вон. Класс! Класс, да? Поешь еще? Все, ребят, поскольку семейный отдых у нас, мы очень сильно долго не можем задерживаться, поэтому уходим спать примерно в 10-11 часов. Так что всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока.